Дорогие подписчики Ютуба, я рад всех нас поздравить с этим порогом 50 тысяч. Нас 50 тысяч здесь. Пожалуйста, поприветствуйте друг друга. У меня особое, конечно, чувство с этим связано, потому что это 50 тысяч единомышленников. И я сейчас не говорю про себя. Неужели вы их не чувствуете? 50 тысяч человек, которые интересуются тем же, чем интересуетесь вы. Саморазвитием, поиском какого-то высшего смысла жизни, реализацией себя, успехом, эффективностью в жизни, раскрытием своего потенциала. Дорогие друзья, я счастлив быть в такой прекрасной компании, я поздравляю всех нас. И давайте сделаем так, чтобы нас было не 50 тысяч, а несколько миллионов. То есть я имею в виду сейчас не то, что несколько миллионов должно быть на этом канале. Знание должно распространяться. И если то, что вы изучаете здесь на моем YouTube-канале, оно по-настоящему меняет вашу жизнь к лучшему, начните это знание передавать другим. Делитесь этим. Знание — божественная энергия. Оно принадлежит всем. Оно не должно кем-то приватизироваться. Поэтому чем более успешным, счастливым человеком вы становитесь, тем больше у вас поводов, чтобы этот опыт и знание передавать другим. Давайте распространять эту волну дальше. Пусть знания расходятся, знаете, такими широкими волнами по миру. Пусть мир становится лучше. Ну что, продолжаем наш путь. Следующая наша цифра сколько? 100 тысяч? Ну что, поздравляю всех.